недоверие о том, что это звонят действительно сотрудники банков, начинают все эти, значит, реквизиты и номера передавать, после чего, соответственно, происходит списание и хищение денежных средств. Следующим моментом, значит, мошенники уже звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, значит, тем самым вводя в заблуждение, говоря, что стало известно, что вот у вас сейчас будет происходить хищение, и чтобы поймать преступников, нам необходимо их поймать по личным. На карте всегда указан контактный номер телефона банка. Вот этот контактный номер телефона из рекомендаций внесите, пожалуйста, в адресную книгу вашего мобильного телефона. На случай, если вы потеряли карту, если произошла какая-то операция, вы всегда можете позвонить в банк и запросить обратную связь. Даже если вы получаете звонок якобы от представителя банка, если вы сомневаетесь в этом, пожалуйста, перезвоните на телефон с горячей линии. Хотелось бы, чтобы мы выходили и собирали вот таких пенсионеров, ну, по возможности, как только будет возможно, и им объясняли, вот так же, как мы сейчас с вами объясняем.